Итак, друзья, продолжаем войнушку. Сделал я ход. Следующий, 147-й. Пришло нам известие, что лорд Имладриса мертв. Вот. Также, что Имладрис разграблен. Напомню вам, что был, собственно, поход священный во славу Мелькора, темных фракций, на этот городишко. Имладрис. И как видим, теперь это огромный город Мордора. То есть Мордор смог как-то где-то что-то найти, выжить своих сил стек, который отправился сюда и смог обойти на этом поприще орков, мрак и самое главное, наверное, Изенгард на поприще захвата Имладриса. Ну, это, конечно, меня впечатлило. Новое задание. Блокада порта Доламрот. А это какого порта? Ты подожди, не спеши. Вот этого? Или этого? Нет, вот этого. У меня здесь как раз кораблик стоит. Флота у них здесь нет. Так что мы можем вполне себе вот так вот сделать. Сколько там надо держать-то? Один ход, нормально, 1000. Черные врата тем временем у самого Мордора вновь в осаде. Гондор буйствует. Ну что же, бывает. Также, ну да, прошло вторжение успешно. Имладрис захвачен. И одними эльфами, по всей видимости, стало меньше. Чертоги Трандуила, где сейчас находится кольцо Всевластия в осаде, это орки, то есть орки, гоблины, Глисты гор стараются. Ну круто, может они смогут завладеть им, не знаю. Так, ухудшились отношения с Мордором, очень плохие. Ну дальше, это же логично. Это очень логично. Построился у меня еще один... Практически сразу флот. Здесь. Нет, не здесь. Вот здесь. Так, 4 корабля. Давайте его выводить. Постепенно будем. Дальше. Доклад о строительстве. Ну, здесь в основном что? Здесь то, что отремонтировали. Захватывали в прошлой серии. Ничего особого нового нету. По деньгам, как видите, совсем жопа. Минус 3700. Я надеялся, что со следующей серии у меня уже будет хотя бы 0, но нет, нет. На 5-м месте на общем, но сильно упали уже по финансам, упали по производству, ну потому что уже 2 хода ничего не заказываю. И это проблема. Так, ну у нас что? У нас у Дон Ламрота передвижения были... Следующий, вот этот стек, вместо того, чтобы пойти охранять, защищать Тирит Орос, он свернул вправо, пошел вниз, вот сюда. Эти ребята вообще не двигались. И для нас это замечательная новость. Так, здесь мы что будем делать теперь? Значит, арбалетчиков нафиг. Арбалетчиков. Один отряд конец, точно нафиг. Здесь сколько отрядов у нас? Да хрена. Но меня интересует только один. Слоны. 5 отрядов. Хорошо. Блять, и мы застряли. Дойдет баллиста? Нет, конечно. Где это было видно, чтобы кто-то дошел, когда надо. Так, ну и тогда нам придется как-то вот так сделать. И еще 4 отряда таким же образом. Ну, в первую очередь ударные отряды возьмем. Мы там вообще как? Они присоединятся к битве? А вы доходите? Нет, вы не доходите. То есть у меня это все замерзнет на некоторое время. 4 отряда надо.
Так, 4 отряда. Ну давай элитку возьмем вот эту. А вот этих я наоборот сюда отведу. Вот так. Надеюсь, они не пойдут. Так, в самом городе полководец. О, принц, друзья. Здесь принц Белониэль Великодушный. Вот что здесь так-то делал. Охранял, да? Это был эскорт. Ну что, берем тогда в осаду. Сколько там? 4 тарана, можем даже больше. 5. Начинаем осаду. Эти не успеют дойти. Но единственное, что не радует, только тот момент, что мы по денежке проседаем. Так, вот этих товарищей ведем сюда. 3 отряда сядут. Сюда можно сесть, можно дальше пойти. Пикинеров южан в обратку, в ОМОН на восстановление можно отправить. Остальные более-менее. А, нет, вот этих арбалетчиков тоже надо отправлять. Так, здесь идем на Тире Торос. Берем все это дело в осаду. Здесь полноценный замок. 2 тарана, 3 лестницы и даже башню возьмем. Жалко, нам здесь мумакилы совсем не помогут. Но это все только на следующий ход у нас получится. Едем дальше. Дальше у нас... высадка. Высадка нашей армии и сражение с флотом Доломрота. Но у них, как видите, наемный транспортный корабль 5-8, 2 ладьи, ну что-то типа ладьи, как у нас, да, и вот Алькарандас, хрен выговоришь, такая вот вещь здоровенная. Замок моря переводится. Ну, прикольно. 16-15 сильнее, чем у нас. У нас 12-15, если я не ошибаюсь. Вот. У нас больше 6 одинаковых отрядов. Думаю, легко сможем разбить. Так и получается. Правда, никого не потопили. Но отогнали. Отогнали, это хорошо. Но, к сожалению, полководец наш ничего сделать с этим не может. Можно. Мало того, что может, мы можем прямо сразу же штурмануть благодаря катапульте. Ну тогда так и делаем. Так, и у нас здесь Барагунд Великодушный. Да, неплохой полководец. Но их всего 2 отряда, я не знаю, имеет ли смысл это все показывать. Но вообще город очень интересный, крепость. Наверное, выглядит, я не знаю, уникальная архитектура, нет. Но давайте нам пойдем автобоем, фу ты, вручную. Вдруг уникальная. Конечно, потеряю гораздо больше. Но посмотреть-то хочется. Так, друзья, ну что ж, я не ошибся, что решил вручную провести реальный город с уникальной архитектурой. Нигде больше такого не увидишь. Ну и как в любом городе с уникальными архитектурными особенностями, здесь черт ногу сломит. А, ничего не понятно. Нам дали очень маленькую зону для развертывания. Также здесь имеются вроде как стены, но они все разрушенные. Ворот нету, пустое все. То есть как, мы можем легко пройти, что ли, сразу? В любом месте. Вот это мне непонятный момент. Но вроде как визуально можем, но сможет ли в действительности отряды стену миновать? Плюс вот здесь есть еще ворота. Ну, городишко прикольно, прикольно, конечно. Его защищать, я не знаю, это вообще очень легко, поскольку пройдя некий пригород, миновав стены, ты утыкаешься в мост, который легко заблокировать. И тут можно обстреливать противника очень хорошо. То есть, ну, город, блин, реально. Реально, ребята, это просто лепота, не город. Замок, поправлю себя, замок. Миновав мост, здесь имеются некие пристани. Сделано все очень интересно, прикольно. Ну и дальше
попадаешь на вершину, здесь зона захвата, и опять-таки очень любопытно, здесь можно шикарно устроить противнику ловушку, то есть поставил в зоне захвата свой отряд крепкий, да, защиты, а сверху где-нибудь вот здесь разместил стрелков, арбалетчиков. Я прямо это вот это вижу вот отсюда, да, тремя-четырьмя отрядами, и выкашивая их не хочу. Но благо у противника подобных войск нету. Здесь всего лишь два пехотных отряда. Но это наш элитный стек. Впервые мы вживую видим наших новых ребят. Королей, королевских рыцарей Нару-Наару. 9.25, ребята. Вот такие мощные, все закованные. По самые не балуйся. И кони, и люди. В тяжелых доспехах. С кольями. Мощно все это выглядит. Верные Фаразома. Тоже с копьями. Парнишки тоже все такие в тяжелых доспехах. 5.23. Новые наши мечники. Оруженосцы. Саблями. Да, это сабля. Хотя весьма похоже на скимитар, но это все же сабля. Сабля. 12.28, самый сильный, наверное, после мечников. Наш отряд мечники-то 14, эти 12. Но зато защита 28, попробуй их убей. Это мощь, друзья, это наша мощь. Но еще плюс королевская гвардия вот такая имеется. 11.31, где они тут ходят, бродят, вот они. Тоже ребята мощные. Ну что, поехали, сейчас будем разбираться. Где мы можем пройти, где мы не можем. Король пошел туда. Вы, ребят, вот если вот так вот вам нажать, вы куда пойдете? Ну, стену они миновать не могут, через эти развалины перебраться. Они идут в ворота. Ну что ж, хорошо. Тогда вы тоже идите сюда. Лукари будут стараться. Ну и еще один отряд. Вот этот пойдет вот туда. Этих я даже брать с собой не буду, ну, смысла никакого нету. Ну и давайте ускоряться. Весь этот процесс. Тем более, что противник решил нас встречать именно там, у себя. Вдали. Вдали. Давай до шестерочки ускоримся. Но город, крепость, блин, все его городом, да городом. Крепость очень классная, мне нравится. Это прямо жемчужина нашей империи станет. Хрен у нас его кто-то обьет. Ух ты ж. Это кто мимо прошел? Ну, они не поместились в проход и решили еще дальше пойти, да? Вот, и наш Гена прям такой смелый. Первый идет. А может, он и прав, что первым идет. Но не хотелось, чтобы тебя купнули раньше времени. Хотя, конечно, ему уже немало лет. 78. Так, ну мы, конечно же, сперва отработаем по противнику стрелками. Это даже не обсуждается. Вообще здесь можно поставить интерфейс минимальный. Тут в любом случае каких-то серьезных операций не предвидится. Отработаем весь колчан. Все-таки нужно отряд лучников новый. Надо его немножко потренировать. В таких простых условиях. Так, тут вон ниндзи бегают наши. Тут вон мечники. Ну что, работаем? Работаем. Защитники Торноста. Ну, конечно. Я так думаю, что потребуется немало стрел. Нас атакуют. Одного убили. Второго убили. Ну, круто. Ну, конечно, у них там защита. Давайте, кстати, заценим, сколько у них защита. Потому что это очень... 23 защита.
7.23, а у этих 17.23. Слушай, ну по-моему продуктивнее вот в этих будет стрелять, но уже поздняк метаться. Ну хотя бы парочку человек грохните, е-мое. О, грохнули, и даже не парочку, неплохо прошлись. Так, а это кто это у меня такой смелый-то идет? Не, конечно, ты смелый молодец, но... Ты обожди, сейчас лучники доработают. Можно было бы, конечно, еще пригнать сюда баллисту, на, в смысле, катапульту. И ей еще поработать, но... Время, деньги... Сами понимаете, так долго ждать мне бы не хотелось. Так, лучники. Изыди, лучники. Вот ты вперед. Ты тоже вперед. Сейчас у нас будет занятный махач. Ниндзюки тоже вперед. Гена вперед. Не могу же тебя оставить. Без войнушки там. Ну вот посмотрим на нашу элиту. Какова она будет в деле. Сейчас мы их здесь со всех сторон обойдем. Ниндзя, наверное, зря настолько рано послал. Столь тяжелые отряды. Наверное, имеет смысл отсюда убрать. Хотя у них хороший дамаг. Где там Гена-то у нас сражается? Вперед. Так, вы пошустрей. Вы тоже сверху навалитесь. 2 на 24. Ну, мы их, конечно, сомнем здесь, без сомнения. Сейчас наш еще Гена рыкнет, чтобы боевой дух противника упал, а у наших поднялся. Ну и все тут. Без вариантов для противника. Но элиту нам потрепят. 4% элиты. Убили кого-то. Вражеского начальника. Барагунда великодушного. Это Раптор. Да, ребята, ну здесь моща, конечно. Наша черная нуменорская моща. Делайте скриншоты, господа. Моща. Хорош, хорош. Запинали, просто там шлемы сняли шлемами. На тебе, на похлебалу. Все. 5%, жесть. 62 воинов. Если, конечно, автобоем было бы, я думаю, меньше потери. Но зато мы с вами увидели великолепный замок. Да, конечно, казнить. Ну и Габил Талфалас теперь наш. Грабим, здесь очень качественно можно грабануть его. Это шикарно, 8000 деньги нам нужны. Сами знаете, мы в минусе. А так хотя бы нам это позволит, хотя бы на пару ходиков. Об этом больше не задумываться. Так, ну и что здесь? Во-первых, новый регион нам открыл сам Талфалас. Небольшой скалистый остров, расположенный в Великом море между двумя мысами Белфаласа и Южного Гондора, примерно в 25 милях от дельты Андуина. Сначала он был много больше, но после затопления Нуменора остров уменьшился, обезлюдил и превратился в одинокую гору неподалеку от Этира. Однако Гондор по-прежнему считает его своим опорным пунктом. Равнины, отрядов нет специальных. Возможность созывать местное ополчение во время осады. Но это любопытно. Есть крепость улучшенная. Это радует. Военный порт тоже радует. Боевая ладья. Теперь здесь корсарский корабль. Ну, все хорошо. Только, конечно, культуру надо. Поля.
мастерская Броника, гильдия каменщиков, раскачанная уже. Это тоже меня очень сильно радует. Городская ратушь имеется, тракт. Они даже тракт построили. Великолепно. Сколько он приносит? 2000. Ребята, ну это вообще, это не замок, это просто какая-то прелесть. Конюшня владык. Ее можно разрушить. 2000. Она нам ничего не принесет денег. Она для Гондора только. Так что мы еще духу поднимаем. Также имеются казармы. Это уже наши казармы, только культура нужна. А также стрельбище шикарно. Сразу элитку можно строить здесь. Как строить, так и переобучать. Мастерская баллист. Ну, шикарно, шикарно, друзья. Не зря мы его захватывали. Единственная здесь проблема, конечно, с общественным порядком. 80 при целом стеке, да? Но сразу заложим темное святилище. О, и здесь можно все это дело переобучить. Ну, слушайте, ну просто... Но мы здесь задержимся тогда, задержимся. И тогда, наверное, 4 отряда. Кто здесь из вас подороже-то? Этих же нельзя. Да, нельзя. Ну, тогда 4 отряда вот этих товарищей в крепости. Опа! Мы здесь ходик посидим, друзья. Ходик посидим. Подумаем о жизни. Так, наш Гимелькат-завоеватель получил зловещего воина. Плюс страх, минус беспорядки. И даже при этом тут все не очень хорошо. Ну хорошо, что у нас плюс 7, да? Но на самом деле, конечно, не плюс 7, но тем не менее. Это все радует меня очень сильно. Войска, чтобы посадить в гарнизон, у меня есть. Но надо теперь подумать и о том, что мы будем делать дальше. Тут уже Гондор. Тут спешить не надо. Но следующая цель, очевидно, у нас вот здесь находится. Крепость Метраст. Траст. Всего 3 отряда. Надо брать. Но единственное, здесь, видите, какой рельеф. Здесь, я так понимаю, высадиться нельзя нигде. Высаживаться надо вот здесь в устье, обходить вот сюда. В общем, это далеко. Это далеко. Кстати, они, смотрите, они из столицы-то свой стек не выводят. Сыкуют. Это хорошо, это хорошо. Это нам позволит. У нас, конечно, сейчас другие дела. Нам нужно пропускать ход, да? Гарнизон. Не хотелось бы, конечно, выводить, но надо. Надо. Вот еще 4 отряда. И вот этот отрядик пойдет гарнизоном в Тирит-Ворит. По агентам стоит. Так, вот здесь мы куда-то шли. Я уже забыл, куда мы шли. И главное, для чего мы шли. О, здрасте. Дудлунцы против дунедайнцев. Ну, отлично. Так, и еще там агент у меня. Агенты. Вот он, агент. Пеларгир, да? Гондорский Пеларгир. Это любопытно. Ну давай сюда лазутчика поскорее присылай, чтобы посмотреть на переправе, что творится. Это очень важно для нас. Здесь давай вот так вот сдвинемся, чтобы видеть, что да как. Отлично, так. И в принципе вроде бы как все, да? Тут 2 отряда у меня в крепости идет на бесплатку. Здесь вот отряд готов. И тоже его надо на бесплатку отправлять сюда. Кораблик распустим. Так, у меня еще был флот, он идет. Но эти товарищи пока сидят. Ну, вроде бы как все. Все, друзья, давайте подсохранимся и делаем следующий 148 ход. Заодно посмотрим, показнем, как мы там. Может, в ноль хоть выйдем. Так, эти товарищи решили жуки напасть в обход. Вот как. Бросили они своего принца. Очень любопытно. Этот Брегдор нападает на наше подкрепление.
Ну, здесь, в принципе, можно даже было бы бросить. Единственный катапульту жалко, поэтому войдем в бой. Я отступлю вручную, чтобы подальше отойти. Ну что же, вот так получилось. Мы отойти-то смогли, но Брэгдор смог провернуть финт ушами. Он отогнал наше подкрепление и потом вернулся, напал на Гамильтона сзади. Ну и принц тоже решил принять участие, но это он зря. У него тут кто? Лебединая гвардия, 1933. Ну, я против него слоника пошлю, завалю принца. И это будет шикарно. Кто там второй отряд? Лучники? Ну, тоже хорошо. Вот. Ну и основные силы. Что у них здесь имеется? Два полководца. Малак и Брэгдор. Ну и дальше еще у них рыцари Тирит Аэра, 8.29. Ополченцы, ну это фигня. Ну, тоже не айс. По лучникам. Это секироносцы. По лучникам слабенько. Отряд Доламрота с пятерочкой. И следопыты с шестерочкой. Ну, серьезно, в принципе, такие лукари серьезные. Нашим не уступают ни капли, но наших в два раза больше. У нас в этом отношении преимущество. Пехота, конечно, сильная, но у нас не хуже, но меньше. Но я думаю, что к этому моменту уже слоники высвободятся, и они смогут внести решающий вклад в это противостояние. Поехали! Залезли мы на бугор, у противника преимущество в коннице, поэтому постараемся максимально ему затруднить это продвижение конницы. У нас очень много стрелков. Я надеюсь, что это нам позволит неплохо настрелять супостата. Построение стандартное. С края с одного у меня тут конница постоит. Я ее даже, наверное, за уберу наш построение. Слоники. Слоники, по идее, вот туда должны. Туда надо поставить их. Хотя не знаю, вот сюда поставим. Просто где-то там должен вражеский враг быть. Посмотрим сейчас. Ну да, со слониками я не ошибся. Действительно, они вон там. Давайте их пошлем сразу. Так, ну и наш. Я смотрю, уже наши даже стреляют. Ничего себе. Как так получается-то у вас? Но вообще нам бы по-хорошему немножко бы вперед выйти. Но наши уже стреляют по супостату. Неплохо у них это получается. Единственное, еще арбалетчиков бы вывести под удар. Так, мумакилы. Я немножко там промахнулся с ними. Вот сюда нам надо. Вот они, принц. Идем к принцу, друзья. Ну, стреляют наши, стреляют, но плохо стреляют. Ну, там мы помним, что все бронировано. О, уже ответка прилетает пикинерам. Но нас пока это не интересует. О, уже 1% настреляли таки. Давайте, парни. Мумакилы, я вас верю. Главное, чтобы принц не убежал. Давайте, хреначьте. Шикарно. Шикарно вошли. Боднули пару раз. И тут мало что осталось. Да, мы его убили. Мы же его убили, нет? Или он единственный выживший тут бегает? Походу так. Что у нас там творится? Давайте посмотрим. У нас здесь, я вам так скажу, проблемы. Конница. Работаем. У нас тут имеются проблемы, друзья. Я бы сказал, серьезные. Не критические, но серьезные. Так, мумакилы. Вы мне нужны как можно скорее. Что, чем вы тут заняты? Убейте вот эту тварь. Вы чё? Ну, в самом деле, ну. Вот он один единственный бегает.
Ну, бодни его. Мне там стеком заниматься надо. Некогда мне этим фигней страдать. Ну, бодни, что ли, рогами, ну. Да, все. Побежали слоники в обратку. Вот тут как раз бежит отряд стражей гавани. Вот сейчас мы их и примем. Так. Конное ополчение должны разбивать. Лучше сейчас отойти уже. Так, здесь все хорошо. Отойди тоже, конница. Здесь арбалетчики страдают, но, скажем так, нормально, нормально. Здесь вы должны убить лебединую гвардию. Да, принца прикончили, это здорово. Вот здесь отряду, конечно, очень непросто приходится. Слоники встретились. Ну нахрен, нахрен, не надо это все делать. У нас другие сейчас задачи. Нет, лучше вот сюда пошли. Отходите, парни. Ну давай, они сами напрашиваются, давай. А чё не стреляем-то? Я вам забыл поставить. Так, здесь все печально. Так, арбалетчики, вернитесь. Мумакилы, вы молодцы, секироносов, хреначьте. Терпите, немножко осталось. Так, здесь махла идет. Стрелки все развернулись и сюда наеживайте. Так, конница моя сражается с каким-то говном непонятным левым. Это все мелочи жизни. Так, отставить, не надо так делать. Так, тут все хорошо. Боднули качественно. Пойдем лучников гонять. Немножко осталось потерпеть. Арбалетчики, вот в это говно. В рыцари стреляйте. Здесь наши вроде как одерживают верх. Стрелки работают. Давайте, парни, работаем. Вот сюда именно. Пикинерам приходится нелегко, но они справляются. Здесь можно отряд даже вперед вывести. И закруглять, да? Вот эти товарищи тоже пошли вперед. Слоны наши мучают лучников. Вот так вот зашли. И по стрелкам, чтобы они не работали. Тут недобитки бегают. Сейчас мы слонами, наверное, вот сюда вот войдем. Так. Здесь сражение продолжается. Здесь нам нелегко. Но принц, он и в рукопашке многого стоит. Хотя, конечно, здесь уже проблема. По рыцарям стреляй. Ты сюда. Слоны уже идут. Слоны, я сказал, идут. Ну и сейчас мы им тут устроим. Внезапно устроим. Вот, шикарно, слоники. Просто вы шикарно. Ух ты, что ж ты там делаешь? Ты дегенерат ты. Все слоны как слоны, а ты вот решил отличиться, да? Ну, разогнали. Вот здесь тоже подсобите, малеха. Конница высвободилась. И давайте вот здесь помогать будем. Ну, почти высвободилось. Так, слоники. Пойдемте. Вот тех стрелков убьем. Все-таки их надо убить. Так, конец, и чего остановились? Я не понял вас. Вот эти два засранца всю малину нашим арбалетчикам портят. Надо им как-то помочь. Вернулась музыка к нам. Следопытов гаси. Сложный бой.
сложный. 23% потеряли. Но что радует, наши держатся. Держатся, активно держатся. Так, арбалетчики вот по этому говно. А вот этот отряд в спину заходи. Так, здесь справились, наконец. Помогай. Так, вот товарищей надо вывести вообще отсюда. Куда-нибудь сюда. Змеиную стражу тоже надо вывести. Для удара. Парни, стреляем, стреляем, стреляем. Здесь сложно приходится. Там какие-то монстры трудятся. Слоны затоптали. Ну, слоны вообще этот бой сделали. Если бы не слоны, я не знаю. Нам пришлось бы гораздо сложнее. Не факт, что вообще победили бы. Я вам так скажу. Так, построились, да, готовы. Вот давай вот сюда вот. В пикинеров, во фланг. Стражи гавани сражаются с нашими абразивами. Я вам так скажу, что абразивы наши страдают. То надо сказать, что, наверное, по большей части абразив наших убили собственные лучники. Есть у меня такое подозрение. Лебединая гвардия. Все вот она вот стреляет и стреляет по нам. Я так думаю, что здесь тоже нужны слоники. Слоники сейчас вот здесь вот лучников до ламрота добьют. Ага. Наши наконец-таки высвободились, да? Давайте вон туда слетаем. Трех стрелков убьем. Чтобы они зазря по нам не стреляли. Ну и в принципе все. Практически все, ребят. Ух ты ж, у меня вот целый отряд, и он фигней страдает. Честно говоря, я думаю, это лучники. Так, вы тоже, пикинеры, пошли вперед. По-тихому там конятся. Так, слоники, слоники, слоники. Вот сюда слоники нужны. В конницу. Давай, иди. Что-то как-то они очень медленно разворачиваются. Так, конница, догоняй вот это говно, секироносов. Нам нельзя, чтобы кто-то ушел. Значит, тогда не получится город захватить. А, убегаете уже, да? Ну все. Все, ребят. Отлично, стрелки. А конь вот здесь сосредоточьте, пожалуйста. Сколько потери? 28%, много. Много, 28%. Ну, конечно, в основном пострадала пара отрядов пехоты нашей и пикинеры. Это основные наши потери. Ну и все, уже победа, друзья. Сейчас немножко я здесь почищу и уже покажу результаты. Ну что же, такая победа безоговорочная. 312 человек мы потеряли. Но, блин, 312 человек, чтобы убить такой стек с командующими, с лебедиными там стражами, стражниками. Все это, блин, с защитой на 20 до 30. Но это непросто, конечно, очень непросто. И слоны нас выручают очень качественно во второй такой заварушке. Серьезный стек на стек. В первой, конечно, там половина отряда слонов полегло, но вот здесь вот обошлись без потери, под правильным руководством там и с правильными целями, и без дротика-метателей. Как видите, все гораздо лучше прошло. Выжило вообще лишь 14 человек у правого противника. Правда, оба полководца из основного стека тоже вроде бы убежали, засранцы. Но я так думаю, что им это не поможет. Конечно же, казнить. Ну, как видите, вон они отошли, не сдохли. Но ничего, мы еще о них позаботимся. Очередный городишко, грабим, 1000. И он приносит 2200, шикарно. Но сейчас мы точно уже не в минусе будем. Отлично, просто великолепно. Итак, друзья, вы смотрите, 22000. Не шутя. Я-то думал, мы там хотя бы, ну, как-то десяточку в ноль вышли. Откуда мне еще 12 накинули, вопрос хороший. Разбили вражеский лагерь, может, там казна была богата. Новая гильдия в Гобель Тулфалас можно построить. Что это нам даст? Ага, ага. Для ковки качественное оружие.
гильдии налетчиков. Ну ладно, пускай будет, в самом деле. Это наша новая крепость, которую мы будем всячески развивать, укреплять и качать. Так что 1700 не жалко для нее. Фенос Друнин осажден. Это где вообще и что это? Это вот здесь. Ну не шутя. Ну, честно говоря, мне как-то фиолетово, да, вас? Объявление войны. Серые гавани Линдона объявили войну дикарям Дунланда. Но вполне возможно, что и наоборот. Встретилось два счастья. И этим дикарям теперь придется очень-очень плохо. Ну что же, бывает, бывает. Но эльфы, я так думаю, что они вообще всех нагнут. Так, это то, что мы построили, переобучили, тоже хорошо. Задание я выполнил, получил 1000 за блокировку порта. Так, объявление фракции. Гимильтон великодушный, плюс 3 к командованию получил. Ну, слушайте, ну круто, круто. Разбил он там всех, перебил, молодец. Город захватил, сразу же в нем темное святилище. Построим, налоги понижать не будем пока что. Итоги. На 5-м месте по финансам вернулись обратно, где и были. 8-е, 9-е, 7-е место. Производство тоже вроде как. Хотя я ничего не заказывал. Как оно скакнуло, непонятно. Армия на 5-м месте. На 1-м истерлинги. Прикольно. Да и вообще на общем месте 1-го истерлинги. Так, ну и строительство. Ставка Эльмира. Эмира в Кальдоне закончилась, завершилась. Можно что-то новое заказывать, но я подожду. Что у нас по казне? 2200 вроде как, да? 2200. Ну, правильно, мы ничего не строим, хотя он еще 3000. Что-то заказано 3000. Содержание армии 40, плюс выплаты 45. Блин, дофига, дофига, конечно. И у нас торговля, рудники и налоги вот эту всю армию нашу обеспечивают. И сельское хозяйство лишь дает какой-то плюс. Но хотя бы в плюс вышли уже хорошо. Я думаю, что пару-тройку зданий мы заложим обязательно на экономических. На сегодня, наверное, я уже буду закругляться. Все равно пока что ничего интересного не предвидится. Этот ход, я не знаю, если я дойду вот этой армии до этих ребят, то мы обязательно сразимся. Без вас я попытаюсь вот этих товарищей всех убить слонами, затоптать, чтобы они подходящую армию не возглавили. Вот. Ну, всякие здесь передвижения, еще раз передвижения. Ну, в принципе, в этой серии можем что сделать? Можем Тирит Ора захватить. Это тоже замок. Это все тот же Харандор. Я только не знаю, это уникальный город. Нет, вроде бы нет. Вроде бы это обычный замок. Здесь всего 3 отряда. Но, кстати, здесь вновь сидит принц уже следующий. Тарандир, наследник. Но я думаю, что мы можем легко это дело захватить. Ну, даже не знаю, а вдруг это уникальный город? 10-1. 12 человек потеряли. Если бы руками, блин, это... Ну, где-то 1,5 сотни, наверное, по-любому бы мы там оставили. А так 12 человек, безоговорочные победы. Мы еще один город захватываем. Территорос. Это шикарно. Замок. Грабим. Еще 4000 денег. Очень хорошо. Замок ремонтируем. Конюшню мы ломаем. Она нам ничего не даст. Это гундерское здание. Совет вождей ремонтируем. Конечно же, закладываем темное святилище. Переобучим. Ходик здесь, наверное, посидим, подумаем над жизнью. Там он идет какой-то товарищ, который нам совсем не товарищ. О, ты смотри, тут идут. Целый стек идет. Впереди наследный принц. Новый. Третий уже. Принц Мелон. Принц Мелон. И за ним армия. Давайте подойдем к этой армии, заценим, что здесь. Куча рыцарей Серебряного Лебедя. Это такие товарищи 10-33. Всадники Дорниля.
Но мы их уже встречали, 8-22. Зато их много. Три отряда, да? Три отряда таких. Отряд серебряных. Два отряда белых лебедей. Ну, элитка. Слушайте, ребят, это элитка. Единственное, что радует, здесь нет полководца пока что. Талонские рыцари, 12-22. Рейнджеры, ну, следопыты. Да и простые отряды у них тоже, знаете. Стражи гавани. Защитники Тарноста. Ну и нам, в общем, предстоит здесь нашему старшему принцу второй раз встретиться с очень сильными товарищами. А у нас тут ополовиненные слоники. Ну, конечно, можно и от обороны сыграть. Тогда вся эта конница потеряет смысл у противника. Но я еще над этим подумаю. У меня тут подкрепление, он может зайти. А тут нужно реально подумать, что с этим, со всем этим делать. Можно даже сделать план капкан, послать слонов, сразиться с принцем, убить его. И тогда он уже не возглавит эту армию. Это я тоже подумаю, может быть, так и сделаю. Это будет прикольно. Так, ну здесь все понятно. Здесь будем... Ну, пока все хорошо. А наш главный, я не знаю, куда его девать. Наверное, реально вот эту крепость будем захватывать. Так, здесь что? Здесь переобучение мы закончили. Ох! Здесь можно уже переобучать на... Я так понимаю, мы же взяли вот эту вот гильдию налетчиков. Да, и она может улучшать клинковое оружие. Но мы сейчас этим заниматься не будем. Просто потому, что, ну... Не до этого, ребят, не до этого. Тут война идет, какое переобучение, нафиг? Тьёк, тьёк. И вот здесь высаживаемся. Высадились. И видим, что он там стек. Кстати, князь Миствен. Да что же они все законодатели-то как один? Идет князь. Ну вот, блин, я не знаю даже. Не знаю, но пока здесь постоим. В принципе, доходим, да. Встанем, пожалуй, вот здесь. Посмотрим, куда они пойдут. Я даже ради этого один корабль. Вот этот самый поврежденный отдам. Пускай он следит. О! А тут флот целый, слушай. А это опасно. Это опасно. Пять к трем. Но мы победили, разбили гада и даже корабль один потопили. Здорово. Здорово. Расширение свиты, подзорная труба, командование на море. Это все хорошо. Так, ну и вот здесь надо тоже заняться полезным делом. Так, мумакилы. Мумакилы никак не заходят. Так, если мы вот так выдвинем, все хорошо. Мумакилов отсюда прочь. Они как раз мне сейчас пригодятся, эти мумакилы. Так, вы... Слушай, они могут встретиться. Но в любом случае, у нашего старшего принца новый отряд мумакилов появляется. Это здорово. Так. Так, не понял. Понял. Не туда нажал просто. Но вы это, может, выйдете? Вышли, и все равно все плохо. 50%. Слышь? А мне это не нравится. Ну что, еще вот этот отрядик. Это единственное, чем я вам могу помочь. На кораблях нет... Нет войск, но при этом пишется, что есть. Какая-то глюка. Не, вот сейчас пропало, все, нету глюки. Перевели еще один отряд. 55%. Ну, надеюсь, бунта не будет. Но сюда нужно что-то еще перекинуть. Но я надеюсь, вот отсюда. Сейчас заберем в Габиле пару отрядов каких-нибудь. Ну, хотя бы вот этих. Троих.
Сейчас сюда заглянем и отсюда вот кого и это заберем. И на следующий ход пришлем подкрепление. Только не сюда надо, вот сюда. Ну, вы поняли. Ладно, это можно еще целую серию снимать. Так что, друзья, на сегодня все. Как видите, впереди предстоит множество самых разнообразных битв. Все мощные будут битвы. Но мы побеждаем, мы побеждаем. Это меня, конечно, радует. Так что в следующей серии увидимся. Ставьте лайкосы, пишите комментосы. Ну и обязательно подписывайтесь на канал. Всем хорошего, пока-пока.